В Ульяновске прошло первое вводное занятие нового проекта «Мастерская музейных профессий». По словам сотрудников Ленинского мемориала, проект нацелен на профориентацию школьников и оказание консультативной помощи сотрудникам школьных музеев. Вся программа «Мастерской музейных профессий» построена на основных функциях музея, да, сохранение, изучение и представление уникального музейного фонда Российской Федерации. И построены на знакомстве с профессиями музейными. Как с профессиями, с которыми знакомы все. Это экскурсовод, гид, это хранитель. Так и с очень редкими профессиями. Профессии реставратора, экспозиционного художника, музейного фотографа. Участники мастерской познакомились с основными понятиями и терминами в музейном деле, структурой музея на примере Ленинского мемориала и перспективами развития отрасли. На практическом занятии заглянули на сайт Ленинского мемориала и портал Ленинских музеев России. Музей – это в переводе с греческого «домус», то есть это хранилище уникальных памятников истории и культуры. Но функций музея очень много. Во-первых, это сбор предметов. Во-вторых, это изучение предметов и их популяризация, экспонирование как бы для посетителей. На следующих занятиях мастерской участники научатся основам хранения музейных предметов, созданию настоящих выставок, макетированию афиши. По завершении курса участники представят собственные проекты. Авторы лучшей презентации получат главный приз, создадут собственную экспозицию при полном содействии музейных специалистов Ленинского мемориала и проведут по ней экскурсию. Ирина Антонова, новости Ул.Правда.ТВ.